Доброго вечера. Сегодня копаюсь в старых фотографиях. Меня просили показать родных какие-то старые фотографии меня в детстве. Не знаю, кому это интересно, но покажу. Хоть что-то нашла тут в каком-то своем сундучке. Старые черно-белые фотографии. Они мне просто очень нравятся. Поэтому покажу. Здесь молодая моя мама и ее родная сестра. К сожалению, все мои... Тети, то есть мамины сестры, и сама мама уже давно умерли. Вот последняя сестра умерла в прошлом году, ей исполнилось 90 лет. А мама моя 84 года. Но здесь они еще молодые, гуляют по взморью, по-зимнему. Надеюсь, тут что-то что концентрируется, что-то видно, потому что освещение так себе вечер уже. Часто ездили на деревню. Там, очевидно, были какие-то тоже дальние родственники, про которых сейчас ничего не знаю. У нас как-то особенно не поддерживались отношения с родными различными дальними родственниками. Поэтому я ничего не знаю. Но вот мама здесь сидит в платье с белым воротничком. Она говорила, у нее было одно платье, она меняла на нем воротнички. И каждый раз все думали, что это какое-то новое платье. Здесь рабочий, я так понимаю, коллектив. И времена сразу послевоенные, скорее всего, потому что тогда именно она устроилась работать на фабрику, на которой проработала лет 40, наверное. Называлась она «Сарка на текстильница красная текстильщица, если перевести. И там она работала сначала бухгалтерией, бухгалтерии, где-то будет еще фотография, потом... Э -э АХО, отдел хозяйственной администрации. Вот так вот. Развлекались, гуляли, веселились, валялись по снегу. Зимы тогда были снежные. Кстати, этот воротничок я тоже прекрасно помню. Это из настоящего... Из настоящего кого сейчас пытаюсь вспомнить? Соболя или кого? Ну, в общем, был такой не один маленький красивый воротничок. Вот здесь они в народных костюмах, потому что они участвовали вот в праздниках песни где-то еще были большие фотографии, вот эти шествия, когда все идут на праздник песни, поют. В общем, занимались правильными делами, не так, как сейчас. Вот здесь тоже молоденькая, тоненькая, стройненькая. Все такие платья цветастые. Все худенькие на фоне какого-то непонятного здания. Многие фотографии уже обгрызенные, опорванные. Так, сейчас будет что-то уже, наверное, ближе ко мне. Это я тут вся такая тоже довольно стройненькая еще. У меня был рост 168 всегда, и было время, когда весило 56 килограмм. Это мне казалось совершенно все нормально. Вот здесь, наверное, как раз что-то такое что я потом умудрилась набрать так много. Это такая смешная фотография на работе в библиотеке. Видите, какое у меня украшение тут. И мы о чем-то там беседуем за обедом. Наверное, о поступлении новых книг. Здесь цветная фотография. Мне лет 16. Мама, как видите, у меня уже в возрасте, потому что она мне родила в 42 года. И мы в одинаковых кремпленовых платьях с белыми воротничками. Ужасный фон, совершенно красный. Любой другой фон подошел бы гораздо больше. Там, я не знаю, серый, хотя бы даже вообще какой-то белый. Но, но не этот красный. Ужасная фотография. Ну, так вот. Неудачно сфотографировали. Так, сейчас пойдут в разнобой. Тут э, мне, не знаю сколько, года три, наверное... И где-то мы едим мороженое, что ли. Я так плохо вижу. Но, по-моему, мороженое где-то. Где-то мы гуляем с мамой. Опять же, мама и дедушка. Дедушка всегда вот так вот одевался, насколько я помню. Это всегда была тройка, пиджак, обязательно галстук. И если выходил на улицу, то шляпа. Такой он был у меня милый. Наши хвойные леса. Опять этот воротничок, пальто единственная, наверное. В общем, жили мы бедно. Где-то в лесу у елочки. Тут, опять-таки, бабушка, дедушка. Вот мы как раз родились с братиком одногодки. И наши двоюродные, которые постарше. К сожалению, в общем, практически все умерли. Кроме вот этой сестры, Насколько я знаю, она еще жива. Она меня старше на 8 лет. Но мы почти не видимся. То есть почти означает, что уже лет, лет 15. Хотя живем даже в соседних районах. А это на фоне реки Гауя наш небольшой коллектив библиотечный. Во время у нас были такие раз в месяц, по-моему, был санитарный день. И как бы тогда было принято в этот день, мы и так все время там убирали, то есть специально не надо было посвящать этот день уборки, и мы коллективом куда-то выбирались и ехали. Вот тут мы решили поехать на Гаую, посмотреть на эту красивую реку. Смутно уже помню это путешествие. Опять же, моя мама со мной и моя тетя. И там на заднем фоне я все время пыталась рассмотреть, что же за растения у нас тогда росли в то время. Что-то непонятное. Вообще хотелось бы побольше именно таких фотографий быта, чтобы понять, что меня окружало. Тут опять я прячусь куда-то за маму на каком-то мероприятии. И тут опять же Юрмала я помню, что я ехала не с мамой, а с отцом и какими-то его родными. И мне это все не нравилось. Я была какая-то грустная. Мне поездка не нравилась. Но, тем не менее, вот, вывезли меня в Юрмалу. Это мы, наверное, где-то почти на пляже. Но, правда, за нами какие-то камыши, кусты. Может быть, где-то там, где был у нас огород. От предприятия мама получила огород. Где-то будет фотография. Мы его возделывали. А это на деревне. Всегда меня тянуло к любым животным: к лошадкам, к собачкам, к индюкам. Помню, пыталась выдрать перо индейское. И они на меня потом нападали активно. Семь лет написано. Ясное дело, иду в первый класс с цветами гладиолусами. Тогда вот они были очень популярны. Моя собачка вторая. Кокер Спаниель. У меня было четыре собаки за жизнь. Все они жили очень долго. Последняя вот мушенция. А тут меня крестили. Несмотря на то, что мама и прочие католики, как бы, потому что поляки, но отец латыш, и, очевидно, был лютеранин. Короче, меня покрестили в лютеранскую веру. Хотя, насколько я знаю, католики и лютеране всегда между собой воевали. Во всяком случае, в средние века. Счастье на огороде. Сижу в цветах, в ромашках, довольная, счастливая. Солнце светит. До сих пор для меня, наверное, это самое лучшее времяпрепровождение. Где-то на природе, на травке, в цветах, и чтобы светило солнышко. Вот детские воспоминания, как глубоко остаются в памяти. Тоже мама, тоже молодая. Может, здесь написано, сколько лет. Что-то здесь написано. Что-то там непонятное. В общем, короче, написано. Вот такая она была. Наверное, фотография чуть-чуть отретуширована, потому что нос у нее чуть-чуть потолще был. И вот такая. Тоже любила животных всегда. Поэтому в дом тащила кошек собак. Я тоже их люблю. Но кошек с трудом переношу, потому что у меня аллергия на них почему-то собак так всех люби люблю и до сих пор. Вот такой был огород. Выделили участок какой-то. Мы его там перекопали, там построили домик, там что-то было даже росло интересное. Ну, потом объявился хозяин, отобрали. <с> В общем, сейчас там даже намека нет на огород. Одна из первых книг «Староста желудек про путешествие желудька. Очень мне нравилась. Чудесная книжка. Здесь мне года три. Я уже вовсю читаю. Очень любила читать. Рано научилась. отец и дедушка путешествуют. Я все думала, откуда у него так много машин. Вот до сих пор это для меня загадка. По тем временам машины были роскошь после время, а у них тут они меняются на всякие разные. Вот такая вот машина. Потом они вот на такой путешествовали. Наверное, объездили всю Латвию. Это у нас что, победа или что? Ну, в общем, крутая какая-то машина. А здесь тоже фотографии уже выбликли, уже такие, ну, еще сохранятся, еще я их буду видеть долгое время. Тоже вот путешествуют. Такая редкая фотография на квартире, на коммунальной. Бабушка, дедушка и моя мама с тетей со своей сестрой а это я в ботаническом саду. Обратите внимание на эти тонкие спички, ножки, ручки. Вот это тот случай, когда вот при моем росте у меня было 56 килограмм максимум. И вот так я выглядела. Скамейка это в ботаническом саду, кстати говоря, до сих пор существует, так что чтобы не попадала в кадр, не мешалась. Нашла старую фотку, вот такую, думаю, где же они путешествовали, где же они это видели. И долгое время это для меня оставалось загадкой, пока я не нашла, что вот эта башня, она находится где-то в Эстонии. И вот я про нее почитала, и, и теперь знаю, что они путешествовали по Эстонии тоже, не только по Латвии. Вот я со своей собакой. А тут просто около шкафа. Кстати, этот шкаф до сих пор у меня есть, только я сняла с него дверцы. Старинный шкаф. Я с двоюродным братом, который уже умер. Мы вымонтим на горке. Там ничего не изменилось. По-моему, на заднем в фоне дома еще только строятся иманские. Сейчас это уже такое давно место обжитое. А тут на мне первые мои моей жизни джинсы, которые пошил мой брат. Он работал закройщиком и портным в Ригас модос. Вот решил мне он сделать такой подарок. Пошил мне такие моднявые в те, в те годы в советские. Опять же, в ботаническом саду, среди пионов, счастливая. Я говорю, мне надо посадить где-то на природе в цветы, и настроение у меня сразу улучшается. А тут я воспитываю свою собачку. Наш школьный, ну, не весь класс, а девчонки наши. Девятый, 10 десятый, выпускной уже практически. Вот такие мы были молодые, стройненькие, красивые. И почти все, почти все в школьной форме. Но тогда уже было немножко легче. Чуть-чуть было уже послабление, не так строго, как когда в первых классах училась. Уже немножко можно было что-то одеть покрасивее. А это были мои первые собачки. Чипа. Вот это на первом... Плане. потом у нее родился э, щенок, назвали Шариком, и вот они у нас прожили лет 18. Маленький, маленькая порода, долго живет. Это я комсомолка, но на мне одет э, пионерский галстук, потому что я там где-то в каком-то классе, типа вожатая, назначили меня. Сама себя не узнаю, неужели я такая была. А это не знаю, какой класс, но какой-то там. Почему-то я такая смуглая. Может быть, ей была такая смуглая, но здесь какая-то совсем смуглая. Гораздо более бледнолицая. Вот нас так ставили на всякие праздники. Мы все были одногодки, и мы читали стихи на старых стульях. Стулья, вполне узнаваемые на фоне шкафа, тоже старенького. Огород, другой огород, которого тоже не существует. Там теперь дома построены. Но тогда это было чудеснейшее место. И там я вот маленькая была. Я помню, у нас там осиное гнездо завелось прямо внутри. Осы построили. Мы не могли понять, откуда у нас так много ос в домике. Но потом нашли, и это гнездо снесли, потому что они нас искусали. А вот эта мамина работа в начале еще. В бухгалтерии. Смотрите, какие-то счетные машинки. Она прекрасно умела на счетах зарплаты и все остальное высчитывать. Меня учила, но я так и не поняла. Я вообще никогда не дружила со счетом, с математикой. И вот она с коллегами. Смотрите, как у них волосы завиты по той моде. Так интересно смотреть эти старые фотографии. Так, опять дедушка с отцом. Отец у меня тоже был старше, еще мамы, так что я ребенок очень э, поздних родителей. Тут на деревне меня посадили на лошадь, без седла, без уздечки, без всего. И, удивляюсь, как я с нее не слетела, потому что она решила, что она поскачет не просто рысью, а галопом домой. Я на ней прямо как кулек с мукой болталась туда-сюда. А это на латышской елочке читалось стихотворение на латышском. Где-то у меня еще есть еще есть елочные разные фотографии. Вот здесь я снегурка, как это водится. Я вторая с краю. Ну, наверное, узнаете, куда я еще могу смотреть таким восторженным взглядом. Я не понимаю, на елку, что ли? Такая была мечтательница. А, вот еще машина на поле какого-то кукурузного, на фоне кукурузного поля, но девочка не я, это моя сестра двоюродная. Здесь я Аля Невеста, теле тесто у соседей на балконе, которые съехали их давно, здесь нет. Давно уже другие люди живут. Это тоже на огороде. Фотография обгрызена волнистыми попугайчиками, которые в то время. Жили у меня. А это на деревне, и там тоже собака-шарик. И мы очень сдружились. И мне было очень трудно ее покидать. И вообще, я очень из-за животных переживала всю жизнь, если что-то случалось. На старой квартире, еще когда не получили новую, я с мамой. Смутно все видно фотографии были тогда не лучшего качества. А тут я помню, что мне было стыдно. Я уже вроде такая взрослая, как мне казалось. А меня тут заставили сфотографироваться с Дедом Морозом на какой-то елке. Мне реально было неловко. Бабушка и дедушка пока они еще были молодыми. Ну что это за вот дурацкие усы такие у дедушки, похож на вообще на Гитлера. Хорошо, ты челка хоть немножко другая. Так, дедушка поляк, он из Польши, с армией шел через во время Первой мировой войны. Через Латвию встретил здесь бабушку местную польку. Влюбился, женился, остался. Я на работе, мне вручают книжку в честь юбилея библиотеки. Книга о Генри, рассказы. У нас было печное отопление, потому все одевали на себя все, что только можно. На мне какая-то меховая тужурка, потому что было холодно. Наверное, примерно так, как у меня сейчас дома, потому что я тоже сейчас сижу во всем теплом. Ну и совсем глубокое детство. Мы так как-то в обратную сторону пошли. Здесь вот моя сестра, мой братик, который умер, и я с Белочкой. Я с Белочкой. Так. Смешная коляска. Смешные штанишки, платьицы. Но я счастлива, довольна, как все дети. Все дети счастливы. Когда родители рядом, когда они добрые, хорошие. Ой, здесь совсем маленько написано 9 месяцев. Вот такая была в 9 месяцев. А тут, мне кажется, даже еще меньше. Тогда в фотоателье делали такие красивые фотографии. Если они написаны, то, по крайней мере, можно было понять. Вот здесь написано, что мне три с половиной года. Вот такая я была. Так, что я тут еще не успела показать? Опять... Так, сейчас так сложно себе это место... Представить, потому что там теперь, э, я уже когда гуляла вдоль железной дороги по улице Тапиши, я показывала это место, там теперь многоэтажки стоят. А когда-то это был вот такой реально лесной зеленый уголок. Были частные дома, были огороды, вообще красота была. Поэтому детство вспоминается как вообще что-то прелестное. А это показан весь мой боевой характер братик испугался очень фотографирования, а я прямо такая вот смелая. Что-то я тут пытаюсь пальцем вниз показать. В общем, такие вот мы были смешные. Здесь год и два месяца. И тоже одна из фотографий. А, эту я уже показывала с белочкой. Ну, вот как-то так покопалась немножко в старой коробке. Из таких старых фоток. Не стала показывать более современные, там, когда я замуж уходила и прочее, потому что они связаны не только со мной, они связаны с другими людьми, которые вполне возможно не хотели бы, чтобы их показывали. Поэтому пока вот так. Надеюсь, было интересно.